Оперативные мероприятия прошли в редакции «Удмуртской правды» в Ижевске. С чем связан визит силовиков, пока неизвестно. По словам главреда издания Марины Майоровой, на праздновании столетия газеты случившееся не отразится. Сотрудница банка в Ижевске 5 лет воровала деньги у клиентов. Ущерб составил около 200 тысяч рублей. За это мошенница получила условный срок. Одна из причин отмены ижевских рейсов авиакомпании «Декстер» – неверный просчет экономики перевозчика. Об этом Сусанину рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, само авиатакси прекращение полетов объяснило отсутствием субсидий. В Ижевске ищут возможные источники сброса токсичного вещества в реку в Старках. Любую информацию просят направить в Минприроду Удмуртии. Школьник из Перми, который пострадал в страшном ДТП в Малой Пурге, до сих пор находится в больнице Ижевска. Еще одного увезли домой сотрудники медицины катастроф. Его здоровью и здоровью других ребят уже ничего не угрожает.